Вы на канале ТКВКТВ, и сегодня я хочу снять новое видео, которое будет называться School of Dragons или Школа Драконов. Ну что ж, поехали! Сейчас подождем, когда все загрузится, и я вам все расскажу. Давайте немножко подождем. Сейчас. Так, ребята, вот мой дракоша. Вот он такой красивый, а вот и я. Эй. Так, ладно, лучше пойду отсюда. Так, ребята, сначала вам покажу моих дракошек. Меня, конечно же. Так, вот, это я. Вот, да, это я. Ну так, давайте я все же покажу моих драконов. Я вам расскажу много интересного про игру. И в конце видео я вам расскажу про мои дальнейшие планы. И вы там мне должны в комментариях будете написать. И, наверное, многих из вас волнует и интересует, как я... Так скажем, собираю гемсы, и я вам это тоже все расскажу. И хочу показать моего дракошу, которого зовут Татошечка, или Татошка-картошечка, вот так вот я его называю. Прикольное название, да. И я хочу еще показать вот прямо сейчас, возможно, как я, так скажем, гемсы зарабатываю, и всякие скины для драконов и масочки. Так, посмотрим. О, нам повезло, здесь есть сундук. Сейчас посмотрим, что нам в нем попадется. Могут попасться яйца драконов, я это знаю. Ух ты, нам попался боевой окрас крылатого ужаса. Так, ну ладно, хорошо. Это, в принципе, тоже неплохо. Так, ну о чем я? Давайте все же я вам покажу моих драконов там всяких. Ну и для начала расскажу одну интересную, так скажем, новость. Ну, не новость, еще расскажу, что вот облик моего, так скажем, песчаного призрака я купила за свои деньги. Ну что ж, полетели. Полетели. Так, сейчас чуть-чуть подождем. Вот, все загрузилось. Так, ребята, значит, я решила зайти в хлев, потому что, мне кажется, тут, знаете, как более хорошее... Не акустика, а местность, да. Для показа моих драконов. Так, сейчас вот удобное местечко. Сейчас я вам покажу моего дракона, а именно Громеля. У меня есть Громель. Да. Я его назвала Спартак. Там еще добавила несколько букв, чтобы как бы можно было нормальное имя сделать. Так, значит, это Спартак, я его назвала... Спартак, потому что он красного цвета, но сейчас на нем облик, так скажем, сардельки. Да, вот такой он у меня прикольный. Знаю. Но я чаще всего на песчаном призраке летаю. Да. Так, сейчас я пойду вам и покажу кое-что еще. Давайте я вам покажу еще моего, так скажем, дракона. Но, к сожалению, его не могу активировать, так как у меня нет стойла, поэтому мне надо будет сейчас зайти в хлев. Идем, идем. Так, вот хлев, заходим. Минуточку, заходим, вот, все. Сейчас подождем, когда загрузится. Так, вот у нас уже нас встречает надпись. Так, ребята, сейчас вам покажу моего дракона. Так, вот, где мой дракоша? Вот он, это, как он там, кошмарный престиголов. Да, это Барс Вепрь, я его так называла, потому что он зелененький. Вот он, как я, как и мои волосы. Так, вот я вам покажу, почему, как бы, и, так скажем, он не активен. Это потому, что у него нет стойла, но я, как бы, поэтому и коплю мои кемсы, чтобы, так скажем, себе стойло сделать. Так, ребята, ну давайте я вам уже, как бы, ближе к делу все расскажу и покажу. Во-первых, я вам хочу показать все мои маски, там, облики драконов. Ну, я думаю, вам это более чем интересно. Поэтому сейчас, я думаю, самое время, чтобы все это вам показать, потому что мне кажется, вам это очень интересно. И сразу говорю, что вот это все мне попадалось из сундуков. Я ничего не покупала. Так, сейчас я вам покажу яйца, во-первых, драконов. Так, вот яйца драконов. У меня есть кошмарный престиголов. Яйцо зеленое, голубое яйцо громобоя, такое серенькое громеля и еще. А песчаное такое, это ужасного чудовища, да, все правильно. Значит, такие у меня прикольные яйца. У меня, кстати, два громобоя. Я не знаю, что с ними делать. Я думала, их можно продавать, но, оказывается, нельзя. Так, хорошо, давайте сейчас я вам покажу все мои маски и все, что у меня есть. Так, сейчас, ребята, секундочку. Так, вот, все, давайте посмотрим.
Так, сейчас все погрузится, я вам все покажу. Так, вот, это я, викинг. Вот, я такая зелененькая, красивенькая, с маской. Так, сейчас я вам покажу все, что у меня здесь есть. Сейчас вам, во-первых, покажу, так скажем, масочки мои. Это первоначально. Так, у меня есть выкованный бурей. Такая масочка. Есть череп гнева. Потом у меня есть маска охотника. Потом розовый череп гнева. Потом еще маска драконьего наездника. Там маска бога грома. Потом вот синий череп гнева, черный череп гнева. Ну и так дальше. Так, сейчас еще мои последние две. Это маска штормореза. И еще кошачья грация. Вот. Но мне больше всего нравятся зелененькие, так как у меня волосы зеленые. Поэтому я ношу зеленый череп гнева. Хотя я не гневаюсь, но мне просто очень нравится. Так, у меня оружия нету. Так скажем, пусто. Ну, ладно. Так. Это мое лицо. У меня голубые глаза, зеленые волосы и вот такого цвета кожи. Ну что ж, ребята, давайте я вам покажу драконов. Так, вот мой дракон. У меня сейчас активирован Громиль, поэтому буду, так скажем, от его лица. Так, у меня есть вот такие прекрасные седла, но на моих драконов нету сидел. Так, у меня седло защитника крылатого ужаса. Потом у меня есть седло защитника лохматого воя. И седло защитника тайфумеранга. Сейчас перейду к обликам. Так, у меня есть облик тайфумеранга, боевой окрас. Потом песчаный призрак, который я покупала, герой песчаного призрака. Потом боевой окрас Пристиголова, а еще боевой окрас Громобоя, а еще облик Торнадо для моего Громобоя хорошего. Это для моего ужасного чудовища облик Кривоклыка. И еще у меня есть облик ужасного чудовища боевая окраска. Потом у меня есть, ну, конечно же, облик Сардельки для моего Громиля. У меня еще есть облик Змеевика, Крылатого Ужаса и Королевы Огневицы, конечно же. Вот такие вот у меня интересные облики. Жалко, что у меня сидел нет. Да, печально. Ну ладно. Так, ой, куда это нажала? Так, хорошо, сейчас я выйду и вам все, так скажем, мои дальнейшие планы расскажу, чтобы вам было интересно. Сейчас подождем немножко. Так, все, я включилась, ребята, я все с вами. Так, я вам хотела рассказать про мои, так скажем, планы. Вот сейчас этим и займусь. Ребята, я вас хотела спросить. Хотите ли вы, чтобы я снимала сериал про Соут, про Школу Драконов? Возможно, я буду снимать сериал летом, так как все на дачу уезжают, а я, так скажем, ну, не совсем, но тоже поеду. Ну, и я думаю, может быть, летом в июне что-нибудь выпустить? Или я не знаю, ребята. Я, скорее всего, сниму, может быть, даже с моими друзьями, хотя это не точно, это вообще не точно. Но, может быть, ко мне подключится моя подруга, я ее попрошу, может, она мне поможет снять такой небольшой сериальчик с несколькими сериями. Но, ребята, я это сниму только если вы поставите много лайков. Обязательно подпишитесь, конечно же, на мой канал. И всем пока, ребяточки. Пока. Пока, ребята. Пока.